Поздравляю вас с проведением Бакинского глобального форума. Об этом говорится в обращении к официальной церемонии открытия 11-го глобального Бакинского форума премьер-министра Великобритании Риши Сунака, которое было зачитано послом Великобритании в Азербайджане Фергусом Олдом. Риши Сунак отметил, что Баку примет COP29 в ноябре. Считаю, что Азербайджан достойно справится с этим вызовом. Мы должны сократить глобальные выбросы. Великобритания привержена обязательствам Парижа как страна-производитель нефти и газа. Мы понимаем необходимость принятия справедливого перехода. Мы должны добиться амбициозных результатов, которые привлекут триллионы средств для борьбы с изменением климата. Мы также приветствуем совместную деятельность Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бразилии в этой сфере. Готовы поделиться полученным в Глазго опытом в этой сфере. Риши Сунак отметил, что Великобритания поддерживает новые транспортные связи по Каспийскому морю. Сейчас у Азербайджана есть историческая возможность положить конец многолетнему конфликту с Арменией. Еще более важным событием было бы увидеть достижение мира на Южном Кавказе до COP29. Риши Сунак отметил, что отношения между Азербайджаном и Великобританией развиваются. Мы продолжаем поддерживать Азербайджан в связи с COP29. Верим, что до COP29 Азербайджан и Армения достигнут мира.